какие еще бывают объекты, как сделать труд. Хорошо, что слышно, хорошо. Я не знаю, видео мое есть или нет, но если даже его нет, я его нарочно не включаю. Немножко с интернетом проблемы, чтобы поменьше трафика было, чтобы не тормозило. Воду не останавливается, ну не дожидаясь окончания, сразу же давать. То есть мы на прошлом занятии рассматривали из пленки в основном, посмотрели вообще, какие водные объекты можно сделать. Получается, особенности ухода за водоемами. Кто не был, можете посмотреть в записи. Запись есть на сайте. Сегодня мы продолжим вот про самые распространенные водные объекты, которые в садах делают. Это пруды, водоемы. Мы рассмотрели подробно пленочные водоемы, как делать. Сегодня посмотрим, ну, немножко поговорим о хай-тек стиль можно применять, то есть какие-то длинные прямоугольные формы, любые всякие такие вот прям плавные формы. Разнообразие отделки можно использовать, не мозаику и плитку, удобен для плавания, то есть водоем может быть как декоративной частью сада, так и использовать как бассейн. Большие размеры, то есть если мы при использовании гидроизоляции пленка каучуковой или бутилкаучуковой, все-таки ограничены шириной пленки, хотя они сейчас есть достаточно широкие, до 12 метров шириной, то бетонные мы можем вообще никак не ограничиваем, какой мы сделаем опалубку, такой будет у нас вода. Технологии. Очень много бетона, арматуры, земляные работы, ну и сами работы тоже оцениваются дорого. Требует безупречного соблюдения технологии. То есть, конечно, можно, в принципе, самостоятельно попробовать это сделать, но, во-первых, это тяжелый труд, да, физический. И, ну, прям обязательно должны быть уверены в свидетелях своих, что все они делают правильно, что знают хорошо технологию бетонирования именно водоемов или бассейнов. Потому что небольшая трещина будет течь и очень трудно ремонтировать. То есть, если треснуло, понятно, что можно там подлить. Большие. Ремонтировать трудно. Если, допустим, мы говорили, вот гидроизоляция из каучука, из резины. Это будет тяжелее. Сейчас очень много всяких, конечно, и замазок, какие-то есть жидкое стекло, что-то там еще какие-то кристаллы гидролизирующие. Ну вот все равно по опыту скажу, что люди пробуют, если что-то течет, то уже тяжело восстановить целостную конструкцию. Поэтому, то есть бетонные мы вот водоемы в принципе рассматриваем как сам факт, и может быть он кому-то нужен, но как декоративный. Химии. С рыбами, с растениями, которые, ну, переносят, да, эту. Даже специалистам
иногда побороться с зеленью. То есть вариантов может быть очень много. Может быть, у вас слишком маленький водоем, слишком мелкий, вода сильно нагревается, перегревание идет, и это просто благодатная почва для цветения, да? Ну, как почва. Еще раз говорю, у меня лично подход один, у меня нету фильтра, есть единственное, потому что я не готова к тому, чтобы у меня круглосуточно работал фильтр, я не столько много времени провожу себя на участке. Если слила и залила свежую новую. То есть у меня такой подход к химии. Тоже пробовали и как бы бытовой, да, такой способ есть. Ну, помогает, ну, разные. Ну, вообще есть специализированная химия. Я как бы тоже, честно говоря, не готова тратиться на это, поэтому мой способ такой личный. Химию и оборудование. Бетонные водоемы можно сделать прямоугольной формы с прямыми стенками. То есть, если мы делаем из гибкой гидроизоляции резины, да, то нам нужно обязательно, чтобы стенки были под углом, не осыпались, то бетонную чашу мы можем сделать такую вот прямоугольную с прямыми стеночками. Темненькие, опять же, на резиновое покрытие мы не установим их никак, да, а вот в бетонных водоемах легко это сделать. В срезе меньше, чем сама ступенька, да, вот это будет. И получается у нас такая здесь, вот если воду хорошо прям накрыть, получается такая парящая над водой тропиночка. То бетонную гидроизоляцию вполне можно рассмотреть. А также можно сделать маленькие водные клумбы своими руками, если у нас нет никакой емкости подходящей, можно вот забетонировать такой колодец. Тоже подходит для этого. Всякие островки заливают, видите, форма такая плавная, тут же и река, и водопады, и место для загара, мостик. Это все вот с помощью бетона. И такой вот голубой цвет именно, конечно же, в резиновом, ну, с резиновым, с каучуковым покрытием мы не добьемся такой голубизны воды, да, потому что, ну, сама же не вода голубая, а именно за счет цвета отделки такая красота там получается. В бетонном водоеме это возможно, в резиновом нет. Технология бетонирования водоема. То есть никаких я вам сейчас секретов не расскажу, потому что это не специфика архитектора-дизайнера, да? Для того, чтобы построить дом, ну, дом, я просто вам объясняю, да? Дизайнер, архитектор рисует, планировку делает, а расчет уже фундамента и несущих конструкций и прочих-прочих элементов делают другие люди, инженеры. Точно так же и с бетонным бассейном. Это такая сложная конструкция. И если вы как бы хотите, ну, основательно, да, вложить в это деньги, в эту конструкцию, то не поленитесь заказать расчет у инженера-конструктора. То есть он посчитает, какой толщины должны быть стенки в зависимости от объема, глубины, где какая арматура должна быть. То есть если бы я себе делала, я бы обязательно
обратилась к инженеру-конструктору за расчетом. И тогда уже можно, ну, особенно если у них там вот надежных строителей, которые вот точно знают, как это делать, вы можете контролировать и расходы материалов, и правильность технологии под конструктора. Ну, говорила об этом. И гидроизоляция, такие вот основные моменты, что не просто поставили, вырыли яму, поставили опалубку, залили бетон, даже там с использованием арматуры. То есть обязательно гидроизоляция с обоих сторон, примыкание земли, чтобы вот все равно не проникала защита, получается, с грунта в чашу, в бетон. Хорошее, в принципе, от чаши нужно делать, чтобы под бетонные бортики не затекала вода, не отпирала ее зимой. То есть вот бетонная конструкция, она, несмотря на свою, как бы, свою правильном соблюдении технологий все будет хорошо и надолго. То есть и самостоятельно, скорее всего, мы не справимся, да, с этой работой. Этот способ гидроизоляции для профессионалов оставляем. Вид водоемов — это жесткая пластиковая форма. То есть, в принципе, тоже неплохой вариант, если вам нужна эконом-вещь, если не хотите там никого привлекать, сильно заморачиваться. Они, особенно если небольшого размера надо, тоже очень удобно. Если сильно ее не декорировать, такую пластиковую форму, то есть не засыпать ее там камнями, вылил Есть разные цвета, бывает черный, голубой, бывает, что край такой отделан под мелкий песочек, бывает вся чаша вот такого цвета песчаного. Вот она как. Ну, тут, конечно, не самая удачная фотография, да, когда тут все засажено, это просто вот я нашла, что в процессе. Можно самим, да, сделать это, не привлекая специально обученных людей. То есть какая технология? Выкапывают котлован точно по форме. То есть вот прям каждая ступенька должна соответствовать выступу. Плюс небольшие запасы делают, чтобы потом еще подушечку бетонную создать. Ой, извините, песчаную подушечку. Ступеньку мы делаем чуть-чуть глубже, чем по форме, да, и шире на 10-15 сантиметров в ширину. Когда мы выкопали по форме, делаем песчаное ложе, то есть посыпаем все песочком, очень хорошо проливает песок водой, чтобы у нас никаких пустот, ну, потом не образовалось под чашей. Проверяем, устанавливаем форму, проверяем горизонтальность, опять же, уровнем, да, чтобы у нас все ну, края были на одном уровне, не перекатывалась в какой-то один, не стремилась в какой-то один угол. Засыпаем пустоты песком, постепенно заполняя водоем водой. То есть мы устанавливаем форму и одновременно ее пригружаем водой вовнутрь. Все это делается одновременно. Там есть тоже свои тонкости, но если у вас форма небольшая, то вы с этим вполне справитесь. Просто такие формы, они тоже бывают достаточно большие, и тогда уже там могут быть и проблемы. В некоторых случаях при наличии грунтовых вод особенно можно залить пустоту бетоном. То есть забетонировать эту форму можно, потому что тоже были случаи, когда водоем расплывал. Несмотря на то, что заполняем водой, да, полностью,
там даже пригрузить камнем получалось. Ну, вот видела я всплывший такой водоем. Очень близко грунтовая вода, и наполнилась она, и подняла этот водоем. Так что нужно смотреть по ситуации, и, может быть, есть смысл забетонировать его. У соседа, допустим, водоем вода и никакой гидроизоляции нету, все хорошо, все отлично. Но в то же время я очень много сталкивалась в жизни, когда люди выкапывают просто экскаватором, ну вот пруд, да, какой-то водоем, и потом начинает вызывать ландшафтников, чтобы сделать нам что-нибудь с этим, да. Это ненадежный способ создания пруда, он достаточно неэстетичный. Неэстетично. Я вот не видела котлована. Ну, вот это котлован и есть котлован. Что там говорить, да? Успешность создания естественного водоема зависит от уровня грунтовых вод, наличия ключей подводных, да, то есть источников воды, и качества глины. То есть гарантии вам никто не даст, что вы выкопаете котлован, и у вас там будет стоять вода. То есть только наблюдения какие-то многолетние путем проб и ошибок. Вода мутная, да, потому что глинистая. Регуляции мы стараемся не использовать. У него есть и создается он, в принципе, по принципу водоемов. Ручей можно делать как на откосах. То есть, если у вас, допустим, есть террасы и подпорные стенки, где-то у вас может ручей начаться с какой-то террасы и как бы по подпорной стеночке разорвать подпорную стенку, так сказать, да, и течь по террасам. Но также он может и на участках с естественным уклоном быть. И на абсолютно прямых участках мы тоже можем создать ручей, ну, как бы смоделировать поверхность земли геопластикой, да, поработать. Чем хорош ручей? Он не требует сильно много копать земли, вынимать там ее, просто небольшое ложе, да, русло мы копаем. И водоем, как бы приемный, да, куда у нас вода это будет стекать, он может быть и большой, то есть мы можем объединять ручей с водоемом, или может быть маленький водоемчик, именно вот для того, чтобы ручей циркулировал у нас. Принцип монтажа похож на монтаж водоема, то есть то же самое, копаем русло ручья, соблюдая уклон, выбираем на верхнюю точку, выбираем нижнюю и начинаем с верхней идти, постепенно углубляясь. Можем делать каскадики, терраски, можем ровненький ручей делать, кривой. Потом ручей пришел как бы в какой-то водоемчик, и там можно водоем выкопать точно так же по принципу, как мы рассматривали на предыдущем уроке. То же самое, там будем укладываем смягчающий геоматериал, типа дорнита, гидроизоляцию пленочную и крышку тоже. Здесь мы можем же использовать, если я говорила, что пруды мы
очистки особо не нужна. То есть вода динамическая и звук приятный, журчание можно растянуть на пол сада целых. Не только в одном каком-то месте, а прям много, да, пространства. То есть вот принцип такой. Прокопали с уклоном ложа, да, ручья, русло, какую-то водоприемную емкость, она может быть очень большая, да, то есть просто пруд целый, может быть просто водоприемная такая небольшая. Она может быть даже скрыта по принципу родника, то есть здесь какая-то сетка и сверху камни. Насос, вдоль ручья закапываем шланг. Шланги, я вам расскажу про них, будет третье занятие по водоемам, конкретно по оборудованию я побольше расскажу про насосы, про шланги, про фильтры. В высоком месте она может быть и повыше, с водопадиком, может быть и пониже. Шланг через камни выводим опять в какую-то небольшую такую заводь, и вот водичка туда-сюда бегает у нас. Слила по шлангу опять сюда. Впадающих в какой-то водоем. Встречают. Ну, как стереотипное мышление такое. Да, на самом деле редко встретишь, ну, как бы я не редко встречаю, но да, чаще пруд. Слишком, может быть, мелькать перед глазами часто, стереотипное мышление, ничего сложного в ручье нету, не знаю даже. Прудик как-то, люди все мечтают о прудике. Ну, наверное, ну вот мне кажется, что не то, что не знают. Это вот смотрите, можно купить на Новый год сосну, можно пихту, кедр, елку. Такая вот большая воды, зеркало воды. Минусов нету у ручьев, очень. На плоске. Тут вот плохо видно, но все-таки сначала сделали такой холм. В основании холма большие камни, бутовые. Бутовые, то есть не красивые, как бы, которые вот не жалко спрятать. Не знаю, видно вам вот тут холмик или нет. Холм потом засыпали землей, прям вот холм сформировали. И уже там немножко добавили красивых камней. И в этом вдоль ручья здесь закопан шланг. Выведен между двух камней крупных. У меня, к сожалению, нет сейчас фотографии поближе. И из этих камней, да, вода стекает в небольшую такую заводь. По тоненькому ручейку попадает водоемчик небольшой. И вот пленочка была. Это все. Идет на воду высоко куда-то, выстроенную конструкцию. Есть такие специальные плоские пластиковые штучки для водоемов, изливы, которые делают такой излив красивый. Ну, водопады могут быть очень большие, целые стены могут быть, с которых такие плачущие стены
То есть вариантов очень много может быть. Ну, тут нужно, конечно, конструкция тоже такая продуманная должна быть, если большая. Это и бетонные работы, и фундамент, и само укрепление. Вы приехали, допустим, на участок, вам захотелось ручей, включили. Если электричество нужно, обязательно, конечно. А так, да, ну, бесперебойно немножко не... Сам по себе он, как в Петергофе, работать не будет. Это очень сложная конструкция там. Включили и все. Насос мы не вытаскиваем, шланг не вытаскиваем, все всегда на месте. В садах, потому что у нас, как правило, все идет под ноги, да, тебе смотришь. Ну, то есть тут цветочек, тут кусточек. А вертикальные, ну, вещи, они, конечно, делают акценты, да, такие, как вот скульптуры тоже люблю, вертикальные элементы они делают. Тут, конечно же, насосы мощнейшие стоят, и конструкция несложная. Того, чтобы большие камни какие-то. Тут вообще-то, вот я смотрю, не сильно большие камни, может быть, и руками все можно. Но бывает, что и такое. Не мешает романтическому настрою. Вообще его не слышно. То есть насосы такие, что это не те, которыми на даче там, я не знаю, воду качают. Они специальные, то есть вообще их не слышно. Какой-то подходить, смотреть, вода бежит со шланга или нет, просто вот совершенно нет шума. Никогда такого. Ну, если специальные, покупайте насосы. Я не говорю про какую-то конкретную марку, потому что я повидала много всяких разных, ни разу не шумел насос. Они все маломощные, малопотребительные, не шумят вообще. Извините. Он подается вода в специальную трубку с отверстиями. Такая, пожалуйста, дождливая стена. Есть специальное оборудование для таких стен, водных стен. Родники. На прошлом занятии пруды, еще. Ну и вот остался открытый душ для водных процедур на открытом воздухе. Он бывает, его, кстати, можно сделать без электричества, а можно насосом, да. Жаркий день и освежиться просто.
будет у вас вытекаться. То есть тоже как вариант водного объекта можете рассматривать. Насос водоемы просто, да, то есть фонтанные, но есть насосы, которые дают воду на фильтр или на вот как для ручья, а есть насос с фонтанами, с насадками, которые устанавливаешь воду, и он в зависимости от насадки делает красивую струю какую-то, да, это может быть или купол, или трехуровневые всякие разные. То есть фонтанчик мы можем сделать таким способом. Они есть с подсветками, там, с крутящимися дисками, будет подсветка, диск вот с тремя цветами, в зависимости, пока он крутится, то желтым подсвечивается, то красным. Насос подбирается, высота разная, до 4 до 5 метров может быть, в высоту будет, если у вас есть водоемчик. Другое дело, что способен ли ваш водоем диаметр принять ширину, да, разбрызгивания струи. Ну, такой вариант, если есть возможность, празднично и парадно можно поставить и такую же конструкцию. Устанавливать, если глубокий водоем, он просто по поверхности плавает. Есть ответить на любые вопросы, касающиеся ваших проектов или, в принципе, ландшафтного дизайна. Сейчас как загружается, сейчас пока посмотрим. Поговорим о декоре водоемов в плане, чем можно. Есть ли правила, какие должны быть соотношения, чтобы растения справлялись с очисткой? А, соотношение биозоны и... Вот соотношение не поняла. Угу. Минимальный размер такого пруда – это примерно 30 квадратных метров зеркала, да, воды – это самый минимум, то есть 5 на 6. И должна быть тоже не меньше метров... Это самый минимум. По отношению
Все теоретически, сколько я знаю, на практике я, ну, своими руками 100% гарантировать вам не могу, что это сработает. Сосна выросла сама. На данный момент она стоит 1,5 метра. Возможно ли вырастить корневую систему? Или возможно оставить, не нанесет ли она вред фундаменту дома? 1,5 метра от дома, да? И тот вариант приемлемый. Копать 1,5 метра, это не большое дерево. Единственное, что нужно очень-очень большой ком выкопать. То есть это не один человек должен делать, прям по идее, да, делают ком. Диаметр, да, если мы возьмем нижних веток, вокруг нижних веток проведем такой круг, вот такой должен быть чуть меньше. И прям с вот этим комом, не отряхая его, вытянуть, если есть возможность. Прям совсем, наверное, крайний вариант. Краном можно выдернуть даже вокруг ствола, обхватить и дернуть. То есть можно выкопать, это не очень большое дерево, то есть копают и большие деревья, ну, естественно, там тоже со специальным оборудованием, но 1,5 метра в принципе можно. Но и особенно если она солитерна, ну то есть одиночная, она будет такой размашистой. Метра нужно отступать. Решеток, да, или чего именно? Постоянный у вас трафик, ничего не вы. Нет, хороший способ. Вполне можно. Просто. Просто и выглядит зелененько, да, не сильно. Ну, все-таки я уже говорила, ну, опять же, да, это вопрос финансовой стороны. Может быть, там, если вам удача и не сильно ну, хочется. Да, специально подготовить основание, можно даже и оставить, но самый лучший вариант все-таки брусчатка, ну как бы самый такой удобный, цивилизованный, выйти из машины, наступить на твердую поверхность, то есть не бойтесь бояться прямой, слишком много брусчатки на даче там, или в загородном доме, это плохо. Нет, это вообще не плохо, это очень удобно, очень хорошо и помыть, и почистить. Но как эконом-вариант вполне можно. Потому что у меня работа такая, что весь сезон я работаю.
когда нужно проводить время на участке на своем. Вот. Песка. Плюс не соблюдали температурные швы, можете записать себе пометочку, где посмотреть, то есть в бетоне делают температурный шов, да, дорожку целиком не заливают, делают такие как бы, ну, не какое-то, посмотрите, как это, через сколько делать на дорожку, там, через метр, полтора. Бетон, да, бетон вот он чем опасен, что он может трескаться, но либо плохой, да, из-за расширения могут трескаться. Не делаем, потому что это дорого получается. И в ремонте, и, ну, и в изготовлении тоже. То есть мало ее бетоном сделать, как бы хочется еще, чтобы она была симпатичная такая. То есть это сверху какую-то отделку нужно взять. В общем, проще все. Ну, а трескаться могут из-за плохого состава бетона, замешали слишком много, я говорю, еще раз повторю, песка, да, соотношение неправильно. Сейчас есть фибра. Легкая. И плюс вот температурные швы. Можно стричь. Пошли побеги молодые, их надламывают. Ну да, вот только они начали почки давать, пошли новые побеги. Их сразу же поотламывать. Ну, даже если они, в принципе, вы не успели там дел много весной, да, бывает, что уже сильно такие молодые побеги. Ну, прошли, пообламывали, не под, ну, не под, не полностью, можно. То есть сосна, ель, пихта очень хорошо подается стрижке. А вопросы еще можете писать.
интересен сам скелет, да, как бы, то есть основа, форма дорожек, форма цветников, на чем у нас основана. Там потом я посмотрю по наименованиям. Где-то, может быть, единственное, может быть, какие-то зоны такие, дырки, так называемые, какие-то отсыпочки добавить, да, чтобы разрядить немножко растения, где-то вот для взгляда немножко отдыха бы, какие-то камни, отсыпочки или просто камни. Но оно, может быть, так и получится, пока вот культуры какие-то. Вот эта форма вполне себе хорошая. Если здесь варианта, да? Может быть. Повторяю, следующая тема будет про оборудование на водоемах. Если вам не интересно, можете прогулять. Если интересно, наоборот, следите, приходите, задавайте вопросы. Про оборудование для водоемов, про фильтры, насосы, фонтаны, подсветку, про химию немножко расскажу, пылесосы, что еще бывает. Ну и про то, как мы декорируем водоем. Никаких, ну, там, форс-мажоров не случится, то пока время это постоянное. Ну, вот опять, мы немножко на полчаса сейчас сдвинулись в связи с интерьером, потому что интерьеры попросили немножко времени, там, чтобы не совпадало. Вот на полчаса сдвинулись, и это суббота, постоянное время вот это будет, как сегодня, ну, просто у нас уже. Единственное, что может меняться, да, следите, если вдруг у меня какое-то мероприятие, где-то мне нужно присутствовать, я или там, ну, мало ли что, а постоянно время такое.
Вот, хорошо, я уже даже обещала показать. Давайте, хорошо, покажу вам. Нужно рисовать, чертить, разрабатывать помаленьку, понемножку, создавать. На сайте. У меня он почему-то ваш файлик не открылся. Не передадут все ответы, то отвечу на вопросы и прослежу.